Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать одну из неочевидных причин, но очень популярных, за которой ваш телефон может слегка притормаживать, путем того, что он наполняет браузеры скрытым образом различными вкладками, которыми вы пользуетесь в поисковике, Google, Яндекс и так далее. Итак, давайте я вам сейчас все более подробно расскажу и покажу. Вот, к примеру, вам нужно найти какую-то информацию. Что вы делаете? Пользуйтесь поисковиком. В моем случае это стандартный способ через Google. Я вот захожу в поисковик Google моментально. Допустим, нужно найти какую-то информацию о автомобилях. Я перехожу на этот сайт, там нахожу нужное объявление и так далее. Потом мне этот сайт уже не нужен. Что я делаю? Я их просто так свайпаю, то есть убираю его из оперативной памяти. И в общем-то все. Но на самом деле вот этот сайт с вкладкой появился у меня автоматически в Google Chrome. Потому что Google Chrome и Google поисковик, они очень тесно связаны и взаимодействуют. Теперь давайте я зайду в Google Chrome. Заходим, смотрите. У меня сразу же появился вот этот сайт, который я только что перед вами свернула. Вот здесь вот в правом верхнем углу очень интересная информация. Здесь написано, что у меня в открытом доступе несколько вкладок. Это говорит о том, что большая часть задействует оперативной памяти для того, чтобы поддерживать весь вот этот рабочий процесс. Я вам скажу, когда у вас здесь очень много вкладок, то это способствует и замедлению общей работы вашего телефона. Поэтому эти вкладки, конечно же, нужно закрывать и можно ставить буквально там 1, 2, 3, 4, 5 вкладок в самых необходимых и самых нужных для вас местах. Также возьмите, проверьте вот прямо сейчас на своих телефонах после этого видео, зайдите в свой Google Chrome и скажите в комментариях, сколько у вас здесь было открытых вкладок. Я беру таким вот образом все эти вкладки, просто так закрываю для того, чтобы освободить оперативную память. И телефон у меня будет работать намного быстрее. И вы точно это заметите и на своих телефонах. Также приглашаю вас присоединиться на наш телеграм-канал. Заходите в свой телеграм и справа сверху в строке поиска напишите «Антра Хэппи». Тут все премиум-приложения. Предлагаю вам присоединиться, потому что это лучше, чем Play Market. А все потому, что здесь нет рекламы и всех платных функций, которые нам надоедают. Переходите, присоединяйтесь и пользуйтесь. Ваша поддержка – это лучшая мотивация для того, чтобы чаще для вас выпускать годные видео и приложения. Такой же принцип работает и в Opera, и в других браузерах. Все, теперь я закрываю Google Chrome, он у меня пустой, никаких вкладок открытых нет. Я нажимаю на вот этот плюсик, захожу в поисковике, ищу то, что мне необходимо. Но теперь после просмотра этого видео вы будете знать самую распространенную причину, по которой телефон ваш может начинать притормаживать. А вот вы, вот представьте ситуацию, если вы сюда никогда не заходили, то у вас может быть очень-очень много здесь вкладок, 100, 200, 300 и так далее. Потом будете удивляться, почему же мой телефон начинает тормозить. А вот именно вот эта причина является. Поэтому берите и все это дело меняйте. Надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным. Если это так, оставляйте свои комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И желаю вам всем успехов, удачи и всем пока!